Идем. Наше обычное логово. Пороки. Да. Идем сойдемся с водострастью. Общепите. Немножко придаемся. Да, вот все это расскажет. Сейчас мы дойдем. Там очень вкусно и дорого. Это пекарня, это даже. Царицына, мы снимали. Сейчас еще раз туда придем, но снимем для вас. Что мы возьмем? Что по ценам? Какие штучки вкусные? И расскажем. Взяли пахлаву, ни разу не брали, но что-то она очень легкая. Очень. Посмотрим. Вот. Чепури с сыром я брала, вкусные. И шаурма. Посмотрим. Да, давай напополам, я хочу поем. Не хочу насесть? Нет, ничего. Мы все прожарим, кстати. Ну, все. Да. Хрустящий. А я пока твои. Вкусно. Мы брали говядину. Вкусно. Но не хочу, что форма. Нет, морковка корейская. Тут вот огурец, помидорка. Вообще редисками попалась. Вкусно. Ходи со мной. Ну, вообще вкусно. Да. Ну, чувствуется, что майонез самодельный, потому что он не такой острый, скажем так. Здесь есть, походу, один резкий, или резкий, что такое. Давай хачапури попробуй. Давай хачапури. Хачапури вот. Полетел. Соленый. Камера упала. Вот такая хачапури с сыром. Я брала вкусно горячий. Вкусно. Ну реально огромная, если очень вкусно. Шурма все-таки не классическая. Не классическая, я говорю. Там соленые огурцы. Не то, только натуральные. Да, натуральные. Так, я попробую пахлаву. Ну, она очень легкая, прям как лепешка. Вот. Мы брали с греческим орехом, а она стоила 50 рублей. И это не скажу, что стоит. Ну, все, тоже орех. Но это не как покупная. Это прям вкусно. А ты скажешь? Не очень. Шаурма? Ладно, я сейчас хачапури. Шурма. Во-первых, холодная попала, во-вторых. На нее заранее заготовили. Не классическая. Она не классическая, и бургеры там не классические, понимаешь? Там ничего не классического. Ну, это может быть и плюс этого. Да. Да. Почему нет? Так что вот так вот. Давай ты выстрелись. А я сказал, что вот наша шурма, что еще такое? А хачапури тебе как? Хачапури, хачапури, я особо не понимаю. По мне так много перца. Обычно. Она как пирог взяла. В прошлый раз я взяла, он тянулся. Здесь а ты берешь? А не как хачапури. Да. Как лепешку. Ну, за 100 рублей. Да. Ну, вкусно. Сыр адыгейский. Тесто очень тоненько. Сверху. А снизу почему-то толстое. Да? Ты тоже недоволен? Где твоя соска? Бесценная. Ох. Ну, все. Что еще сказать? Холод пробовал? Нет, что, попробуй. Сейчас попробуй, скажи. И сейчас попробуешь? Да. Давай. Без пакета. Ну, не нравится. Ну, ему понравилось. Мне больше трубочки здесь мед есть. Понравилось. Здесь мед есть. Греческий орех, он прям такой ароматный. Ароматный. Да, вот именно вот. Она не как купная, ни разу. Она ароматная, она такая вот прям. То, что там рулет есть очень вкусный, мы брали, да, это? Да. Рулет очень классный. Он стоит, по-моему, так. Да, примерно так же. Но он того стоит. Ты что, нажовываешь? Вот так вот, вечер их. Все, пока-пока. Что еще добавишь? Нет. Какао-какао. Все, пока-пока.